Помогите. Что с тобой, мой старый друг? Мне поручили адаптировать мой роман для кино, но вдохновение иссякло. Мне нужно божественное вмешательство. Мадам и месье, бонсуар. Сегодня я использую свой бесценный мистический дар. Придумал. Я хочу, чтобы вы провели сеанс у меня дома. В этот четверг. Используем силу полнолуния. Прекрасно. Но ведь она мошенница, ты же мне сам говорил. Это идеальное вдохновение для моей новой пьесы. Здесь кто-нибудь есть? О, это ты, Майя, мой духовный гид. Она была кормилицей Тутанхамона. Надеюсь, у нее кончилась лактация. В этом году? На той стороне есть кто-нибудь, о ком ты думаешь? Эльвира, его мертвая бывшая. Хватит и небольшого духа. Придется войти в транс. Чтобы вызвать большие неприятности. Эльвира? Ау! Ты же мертва. По комедии Ноэля Коварда. Призрак моей первой жены с нами в этой комнате. Как ты не видишь, она стоит рядом с тобой. Ты что, пьян? Кто она? Моя жена. Я твоя жена. Больше нет. Скажите, он может ее касаться? Я очень надеюсь, что нет. Неудивительно, что ты не издал ни строчки с моей кончины. Я закончил первый акт пьесы. Эльвира помогла мне. Она опасна, Чарльз. Я люблю тебя. Я понятия не имею, как отправить ее обратно. Кажется, ты попал. Дэн Стивенс, Лесли Манн, Айла Фишер. За любовь. Истинная любовь никогда не умрет. И Джуди Денч. Ну, катастрофически не так. Да, и не в первый раз. Бывшая с того света. Что-то появилось. Я чувствую это в базисной чакре. Это просто изжога.